сегодня у нас в рамках распоряжения правительства Ульяновской области проводится в рамках месячника по благоустройству территории Ульяновской области и в рамках проекта «Пятилетка благоустройства Ульяновской области» проводится областной субботник. Сегодня мы убираем, значит, скверик по улице Куйбышева, лесной массив по улице Театральной, убираемся возле высших учебных и средних учебных заведений, территории предприятий, занимаемся помывкой опор, уборкой реклам на столбах электропередачи и прибираем КГМ и ТБО по территории всего города. Пожалуй, это же добрая традиция осенью совместными усилиями приводить в порядок город. В посадке по улице Куйбышева ранее муниципалитет убрал сухостой и поросль, которые скрывали залежи мусора. Сотрудники администрации на субботнике его тоже убрали. И посадка вдоль дороги превратилась в красивую аллею. А в Первомайском районе в прибрежной зоне Черемшана высадился трудовой десант из казачьего кадетского корпуса. Чтобы город был чище, чтобы люди не проходили как бы мимо, тоже принимали такое же решение, чтобы сделать город намного чище, чтобы было и не было вот этих всех всего мусора, и чтобы чисто было. А это уже лесопарк соцгорода на улице Театральная. Здесь убирали территории сотрудники муниципалитета. Заметим, до середины октября в Димитровграде запланировано еще 4 субботника. Арина Макарова, Виталий Немов. Наше время.